Ребят, сюда! Ты что-то нашла? Угу. Смотрите, телевизор. Класс, можно будет посмотреть разные вещи. Только его надо куда-то подключить. Надо спросить Клея. Все готово. У меня три вопроса. Как ты смог приручить шаровую молнию и... Откуда тут шаровая молния? А третий... Неважно. Пошли смотреть телек. Пошли. Так, из-за того, что ваш телевизор такой древний, он настолько затвердел, что превратился в непробиваемую машину смерти. Ё-моё, скороговорка. В смысле? Вот несколько примеров. Круть. А вот бензопила. Тихо, не надо. Нам и двух примеров достаточно. Ладно. Только у вас здесь мало каналов, из-за того, что телек ставит. Ладно, давайте смотреть уже. Всем привет, начинается шоу «В гостях у Овальского». Че за стримишь? И сегодня к нам пришел самый знаменитый музыкант в нашем округе, Александр Йосифович. Да, это я. Это я, Йосиф. Да, я предпочитаю назвать меня просто Йосиф. Хорошо, Йосиф, расскажите, считаете ли вы удачным свой совсем свежий альбом «Минималистика»? Не знаю, всем понравилось. Даже этим немцам, англичанцам, испанцам, кто там еще. Короче, всем понравилось, я сам не ожидал такого. Давайте послушаем один трек из этого альбома только после рекламы. Вы чувствуете себя одиноким, грустным, печальным и другими синонимами этих слов? Тогда попробуйте наши овальские пончики. С новым вкусом муравьиного энергетика. Переключи канал, пожалуйста. Доброе утро, дорогие зрители. Это начало нового эпизода шоу «Готовим с Гарри». И это юбилей, ведь это наш... 10-й эпизод! Хватит быть таким сверхпозитивным, как я! Мы готовим сама. Кто выбрал это блюдо? Так, посмотрим. Нам нужен сом, масло, сковорода. И нож. Нарезаем сама на несколько частей. А разве не надо сначала очистить чешую? Соль, перец по вкусу, но вот этот соус обязательно. Зачем ты льешь на доску соевый соус? Ты вообще знаешь, сколько она стоит? У нас есть финансирование. Новую купим. Теперь подходим к плите, ставим на нее сковороду и льем масло. Рецепт для тех, у кого нет фритюрницы. Ну ладно, кидаем куски сама. Теперь берем лопатку и переворачиваем их. Гарри, можешь сделать, а? С удовольствием. Отлично, мне надо отойти. Алло, привет, Йосиф. Конечно, хорошо. Чё, ты о чём? Шоу? Ладно, я подумаю, я тебе перезвоню. Значит так, сейчас говорит майонез, и мы закончили первый мини-эпизод НКП спустя 2 года, потому что у нас была куча проблем с аниматорами, с озвучкерами, с фанами, но эта хуйня закончилась, и в НКП теперь вышел. Ну что ж, спасибо за просмотр, я заебался это анимировать.